Сегодня в Дворце творчества Нью-Йорк будет проходить игра по книге очень известного человека «Светлокаменский бережок». Написал его Владимир Викторович Шамов. Узнаем, что же за игра, что дети знают, что же там будет вообще происходить. Ну, какая-то подготовка тут идет. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Что у нас происходит сегодня? У нас сегодня большое мероприятие детское, очень интересное. Сегодня у нас будет проводиться... С этим связано? Я так думаю, да. Тогда пойдем узнаем. Привет, ребят. Как дела у вас? Нормально. Что за викторина? Ну, по книжке. А кто написал эту книжку? Владимир Шамов. Вы даже знаете Владимира Викторовича? Да. Очень известный человек, да? Пишет книжки и очень любит детей. Вы знаете, да, об этом? Да. Вы ведущий сегодня? Светлокаменский бережок и приключения солнечного. Пожелаем ему удачи. Вы будете играть сегодня в игру. Да. Кто книжку из вас читал? Поднимите руку. У меня с собой. А расскажи мне, кто там самый главный в этой книжке? Самый главный? Это царица Абинушка. По-другому наша... Вот. Черт. Жадины. И юниорчики. А вы в каком классе учитесь-то вообще? В третьем. В третьем классе? Я желаю вам удачи, ребят, чтобы вы победили. Погружение такое. Привет. Книжку-то читали? Я не читала. Это Антонида Алексеевна, гуру юниора. Будет много успешных, замечательных участников. Награды. Вот такие вот золотые совы. Меня называют городским придумщиком. И я всегда стараюсь это звание оправдывать. Вы изучаете свой город. Когда я смотрел фильм, мне показалось, что очень долго. И я вдруг подумал, а я-то, я 16 лет писал книгу про историю города. Наконец, она в этом году выйдет. Вот сейчас у меня в руках замечательные такие медальки. 26 февраля мы первых ребятишек в городе наградим детскими наградами. За добрые дела она будет вручаться ребятишкам города Новосибирска. Я воспользуюсь правом члена жюри, его председателя, что победители этой игры 26-го придут к нам во дворец культуры железнодорожников, и мы победителей сразу наградим медалью «Городовичок». Договорились? Какой главный герой в книжке? Городовичок. А как его зовут? Городовичок. Городовичок? Да. И мне целое открытие, я перечитаю книжку. Пойду читать. Перечитаю обязательно всю. Слева направо, справа налево перечитаю, чтобы знать всех персонажей. Ты не хочешь, чтобы меня фотали? Да я тебе не фотаю, я тебя просто снимаю на видео. Мы же договорились не фотать, поэтому я снимаю видео, так что все хорошо.